моих. Я знаю, ты во славе принял победителя венец. Моя помощь и защита, ты спаситель мой и друг. Благодати поклоняюсь я тебе. Аллилуйя!
И апостол Петр говорит нам, напоминая, в первом послании, в первой главе, 18 стихом, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Представьте себе, если бы наше спасение, наше искупление, оно зависело от наших средств, которые нам необходимо было заплатить. И, может быть, наше спасение стоило бы миллион, который нам нужно было прийти и заплатить. И, может быть, нам дали бы какой-нибудь сертификат, что ты оправдан. И тебе нужно было верить в это оправдание, потому что ты отдал свое серебро, золото для того, чтобы тебе приобрести это спасение. И Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Сколько бы у нас хватило веры для того, чтобы до конца жизни, до самой смерти верить в то, что я спасен, потому что я приобрел, я заплатил за это. Может быть, кто-то подошел бы и сказал, это все неправда. Насколько бы у тебя хватило веры доказать ему, что нет, нет, я же платил за это. Но вы знаете, что Слово Божие говорит, что мы не искуплены серебром или золотом, но мы искуплены драгоценной кровью Христа. Наше искупление, оно совершилось. И сегодня мы можем слышать сотни и сотни, тысячи свидетельств, миллионы свидетельств того, как люди, приходя ко Христу, слагая у ног Иисуса свое бремя, получали оправдание в своей совести, получали свободу от всякого бремени, от всякого гнета, потому что верою принимали спасение в Иисуса Христа. Аллилуйя! Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Аллилуйя! Слово Божие не только свидетельствует нам, что мы верою оправдываемся в Него, но оно освобождает нас от бремени греха. И оно дает нам в залог Духа Своего Святого, чтобы мы знали и были утверждены, и имели это знамение и свидетельство от Господа в нашем духе, что мы Божьи дети. Аллилуйя! Это больше, чем тленное серебро или золото, за которое мы могли бы заплатить. Это несравненно больше. И Петр говорит, зная это, мы будем прославлять Господа. Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Давайте просто будем продолжать в духе и в истине прославлять Его и поклоняться Ему, потому что Он искупил нас и освободил нас. Спасибо Тебе, Господь!
сделал нас народом избранным, взятым в удел, чтобы возвещать славу Твою. Ты окропил нас кровью Своею и сделал совершенными приходящих к Тебе. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Ты поселился в сердцах наших, и Твое безмерное величие и могущество Твое в нас. Благодарим Тебя, Господь! Мы запечатлены обетованным Святым Духом. Мы свободны. Мы исцелены в Тебе, Господь. Аллилуйя! Через жертву Твою, через раны Твои, через кровь Твою. Спасибо Тебе, Иисус! Благодарность Тебе, Бог Святой! Аллилуйя! Величие, слава и хвала Тебе! Слава Тебе, Господь наш!
Молись сейчас в духе.